И всем привет, меня зовут Ростислав. Сегодня мы в кафе «Уголек» простой на Дону, вот оно. Мы здесь предлагаем Жене люлю. И мы сейчас поедем уже люлю. Нашли здесь такую типа озеро, смотрите. Лебедями, утками. Фонтан. И вот купаться. Понятно, я не выныриваю вот из воды. Ладно, и всем пока.